Самый волнительный федеральный этап соревнований WorldSkills подошел к концу. С 8 по 12 августа российские студенты состязались в Южно-Сахалинске. Блистали мастерством и ульяновские ребята. Юные специалисты выступали по 6 компетенциям. Авиационная техника, медицинский лабораторный анализ, кузовной ремонт, кондитерское дело, обслуживание тяжелой техники и ремонт автомобилей. Результаты превзошли все ожидания. Конкурсанты привезли 2 серебра, 1 бронзу и медаль за профессионализм. Сегодня призеров торжественно встретили на железнодорожном вокзале. Сейчас минута на минуту приходит поезд. Ребята, думаю, с медалями выйдут на перрон. Встречают их родители, директора, студенты. Даже дети, сестры и братья пришли почествовать победителей. Целая делегация с цветами, флагами и плакатами собралась на перроне. Победители встретили под овацией и поздравления. Групповые фото на память и объятия родителей. После радостной встречи нашей съемочной группе удалось пообщаться с одной из конкурсанток – Татьяной Санютой. Ученица Ульяновского фарм-колледжа привезла серебряную медаль. Соревнования для ребят оказались очень сложными, а конкурировать пришлось с лучшими из лучших. Золото досталось студенту из Казани. Задание ограничено по времени, то есть нужно было все сделать качественно, но еще и быстро. Поэтому приходилось прям напрячься и сильно-сильно постараться. Ульяновская область участвует в движении WorldSkills с 2013 года. С тех пор с его помощью студентам открываются новые возможности в трудоустройстве и наработке профессионального авторитета. Директор техникума из Большого Нагаткина утверждает, что сертификаты, полученные участниками, пригодятся и работодателям. Ведь с их помощью можно убедиться в ценности будущих сотрудников. Каждый работодатель, он смотрит на то, какой квалификации приходит к нему специалист. А это специалист, у которого есть сертифицированные, подтвержденные высокое качество освоения данных компетенций. Ребята получили заслуженные медали, грамоты и ценный опыт. На этом все награды не заканчиваются. Правительство региона подготовило премии для участников и наставников. Суммы единовременных выплат пока не разглашаются. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.